Привет, друзья! Вот я подготовила, наконец, долгожданную третью часть гимнастики Князева. Это будет экспресс-урок, что-то сочетающее в себе первую и вторую части и ускоряющее немного этот процесс. Это идеальный вариант гимнастики выходного дня. И это идеальный вариант начать свой профессиональный день до урока классики, сделать вот такой экспресс-урок Князева, поможет разогреться, поможет настроить мышцы на правильный лад и почувствовать свое тело перед тем, как вы начнете заниматься и репетировать. Очень важно в этом комплексе соблюдать все те же правила. Мы разрабатываем силу внутренней поверхности бедра, мы разрабатываем выворотность ног, выворотность стопы, напряжение спины, правильные положения лежа, чтобы в дальнейшем уже в вертикальном положении сохранять все те же правила и работать верно, работать правильно. Этот комплекс немного укорочен, он как бы упрощен, но это не значит, что доза, так называемая доза упражнений, будет именно такой. Я просто показала их в сокращенном виде, но вы можете повторять это дважды. Это даже необходимо, а можно и три раза это повторять, в зависимости от ваших физических возможностей и способностей. Первое упражнение – разогрев. Все делаем обратно. Обратно проглаживаем пальцами пол. Сокращаем и проглаживаем. Колени держим вместе. Все вот эти упражнения повторяются дважды. Обратно. Стараемся максимально выворотно делать эти упражнения. Thank you.
Следующее упражнение, которое мы сделаем, будет тоже направлено на развитие внутренней поверхности бедра. Но при этом очень важно соблюдать натяжение коленей и не косить стопы. В нашей гимнастике очень важно, чтобы все положения оставались максимально выворотными. Таким образом, мы сможем работать не только над мышцами бедер, над икроножными мышцами, но и также нарабатывать вот эти мелкие связки, которые отвечают за красоту нашей стопы и за ее здоровье. И медленно сводим, напрягая вот эти вот самые мышцы. Сокращаем и сводим, напрягая только эти мышцы. Это упражнение, как и предыдущее, повторяется дважды. Обратно. Очень важно эти мышцы тоже чувствовать сейчас. Максимально выворотно подводим ноги на 45 градусов. Также повторяется дважды. Обратно.
максимально выворотное пассе. Максимально выворотное пассе сейчас. Максимально выворотное. Сначала отводим колено, а теперь стопа. Максимально выворотно сейчас сгибаем. Совершенно не обязательно держать ровно бедра, максимально ровно, то есть прилегать ими к полу, потому что нога выше вот этого градуса не поднимется. Нам нужно развивать шаг, но при этом квадрат, конечно, соблюдать нужно, поэтому нога должна подниматься, и бедро тоже должно подниматься, но в меру. Мы не должны ни в коем случае разворачиваться. Мы соблюдаем квадрат, соединяем вот это плечо с ногой, при этом не заваливаясь налево, но... Тем не менее, мы поднимаем бедро максимально высоко. Вот так делать не нужно, потому что нога завернется, а нам нужно соблюсти выворотность и высоту. Поэтому все это в меру необходимо. Еще одна порция гран-батманов. Делаем ряд растяжек подряд. Я буду постепенно комментировать, что к чему. Сначала растягиваем вот эту поверхность наших ног.
Поворачиваем голову. Колени должны быть максимально натянуты. Тянем ноги. Нога повернута прямо. Растягивается вот эта поверхность. Постепенно приближаем ногу к себе, насколько это возможно. Колено очень натянуто. То же самое с другой ногой. Сначала не сильно приближаем ногу к телу. Почувствуйте, что здесь потянется. Потом постепенно начинаем приближать ногу, растягивая всю поверхность. И затем две ноги. Берем за пальчики, тянем. И приближаем ножки к себе. Ноги за себя. Поднимаем. Ставим на полупальцы. Разводим. Сводим. Разводим. Сводим. После чего можно руки сюда подставить и медленно вытянуть ноги вверх. В стоечку. Максимально ровная спина. Стоим. Руки можно опустить, если можете. Еще две растяжки, которые мы можем сделать на полу, полезные. Опять же, берем полотенце, чтобы не было больно лежать на вот этих вот косточках. Одна нога у нас принимает форму лягушки, вторая нога вытягивается в шпагат. Можно сидеть ровно с выворотной ногой, а вот эта нога завернута. А можно повернуться вот так, лечь на живот, обе ноги завернуты. И потихонечку сидеть и растягивать вот это вот бедро. Стопу при этом можно тоже тренировать, поворачивая вот так вот птичкой. А можно ничего не делать, в зависимости от того, что вы чувствуете. Затем ноги меняются. Также мы растягиваем не выворотно лежа на животе. И можно сесть и растягивать ногу в выворотном положении. Затем две ноги по второй позиции. Максимально углубляемся вот туда-назад. И пытаемся положить наши бедра на пол. Тоже такая растяжка. Можно сидеть так. Кому тяжело, можно попытаться делать это лежа. Это немного легче. Также мы можем тренировать наши стопы в положении птички. И еще одно упражнение. Подводим ноги к себе близко коленями к телу. Разводим ноги, выводим их на вторую позицию и тоже пытаемся положить колени на пол. Вот так растягиваемся. Но начинаем с положения коленей близко к животу. Разводим их на вторую позицию, лежим, растягиваем. Сводим. То же самое наверх. Сгибаем колени, тянем, выводим ноги, разводим в стороны, тянем. И, напрягая все вот эти вот мышцы, сводим ноги внизу. Еще очень хорошее упражнение для спины. Мы качаем спину сначала просто, поднимая ее на определенную высоту. А затем мы поднимаем спину наверх, ноги чуть шире плеч. Третья позиция. Раскрываем руки, сводим их спереди вот так внизу и делаем вот такие
движение вверх и вниз, при этом спину стараемся не ронять. Держим ее на этой же высоте. Снова возвращаемся в третью позицию и дальше как адетта. Раскрывая руки, делаем портебра и медленно ложимся на пол. Я дополнила упражнения на полу упражнениями у станка, но это всего лишь вспомогательный элемент, станок, для того, чтобы за него держаться и чтобы он нам помогал. Это может быть любой другой предмет, устойчивый в вашем доме, в вашем зале, где вы занимаетесь. Что важно в этом упражнении? Казалось бы, оно такое простое, ничего не стоит сделать, но поднимаясь на этот невысокий полупалец, а полупалец должен быть именно невысоким, вот, вот его высота, не более того, это невысокий полупалец, первая часть упражнения. Поднимаясь на этот невысокий полупалец, мы тем самым закачиваем очень мелкие связки, находящиеся здесь, которые у нас легче всего травмируются. Поэтому очень важно, исполняя вот это упражнение, чтобы нога стояла четко параллельно колену, бедру. Подниматься нужно медленно, прорабатывая именно вот эти связки. Нога должна устать именно здесь. Затем следующий комплекс после вот этих упражнений. Их мы делаем гораздо больше, чем я показала сейчас в упражнении. Это был всего лишь пример. На самом деле подниматься и опускаться на этот невысокий полупалец можно бесконечно. Сколько выдержит ваша нога. И чем больше, тем лучше для укрепления этих связок. Следующий комплекс – это поднятие на высокий полупалец, сгибание колена и вот такие вот опускания пятки. Это тоже способствует укреплению стопы здесь, а еще также тренирует удерживатели надколенника, что очень полезно для коленей. Меня многие спрашивают, какие упражнения можно делать для развития шага, чтобы ноги держались у нас на большой высоте. Показываю. Упражнение для развития шага назад – исполняется так. Мы поднимаем максимально высоко ногу назад, держась за станок. Опорная нога не обязательно должна быть выворотной. Здесь главная высота нашей рабочей ноги. Вот у нас максимальная высота. Мы закрепили ее в спине. Дальше мы начинаем подниматься на полупальцы, не теряя высоты ноги, а даже поднимая ее вверх, рабочей ноги. Рабочая нога вверх, опорная поднимается на полупалец. Тем самым, каждый раз поднимаясь на полупалец, мы как бы свечкой поднимаем ногу вверх. Ни в коем случае не теряем ее высоту. Вот наша высота, и дальше работает опорная нога. То же самое упражнение для развития шага подходит также и с поднятием ноги вперед, и с поднятием ноги в сторону. Правила сохраняются все те же. Мы поднимаем ногу на максимальную высоту, а затем, делая ролеве на опорной ноге, не теряем эту высоту, а только повышаем ногу. Таким образом мы закрепляем ногу на большой высоте. Разумеется, перед этим очень неплохо было бы растянуться, чтобы возможность поднять ногу была больше. Okay.